Дорогие товарищи, здравствуйте. 25 августа 2024 года, Темрюкский район, станица Голубицкая. Да, ребята, это лог серебристый или маслина по-нашему. Мы находимся в этой станице, приехали немножко на море подышать воздухом. Лучочек ходит, вот ищет маслину. А что, крупная маслинка, да, Коль? Классная. Ой, мы любили ее с детства. Он еще маленький был, а мы уже ели ее в Херсонской области, аж пыль шла. Ну, ребята, сегодня день шахтера. Это самый главный праздник для Воркуты, например, вот, для Кузбасса, для Донбасса. Это люди, которые, ребята, очень заслуженные, очень, очень мужественные. Я пред такими людьми преклоняюсь, ребята. И желаю вам, ребяточки, здоровечка и мирного неба. Хотя у вас там под землею самая настоящая война за выживание. Здесь мы были в прошлом году, в это же время, наверное, да, с Геннадием Алексеевичем Никитиным и с его дочей Ириной Геннадьевной. Гена, вот мы здесь были вот с тобою. Сейчас я даже покажу, где мы полотенце оставили, вот возле этой маслины. Ну, здесь вот уже настроили, смотри, уже настроили, ну, сам понимаешь, бизнес, пляжный сезон, и люди настроили немножко. Вот, вот эта вот маслинка, вот это дерево. Но мы приехали, я даже еще, честно говорю, не окунался в воду. Дети мои там уже покупались, конечно. Вон виноградик едят, ребята. Нормально. Я вам покажу сейчас море. Хоть ветер страшный, чтобы вы понимали, что в это время сейчас здесь почти делать нечего. И нормальные люди все сидят по домам, как говорится. Представьте, что за море. Это пипец какой-то. Ну, даже русалка есть нормальная. Ну, я даже помочу ноги немножко, чтобы не говорили, что чего ты, Серега, был на море и ни разу не зашел в воду. Зашел я в воду, ребята, и вышел. Так что вот такие дела. Все, ребята, будьте здоровы, всего вам хорошего.